Председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Андрей Макаров посетил наш регион по приглашению губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Цель визита – продолжить начатое еще в Москве обсуждение с главой региона вопросов, связанных в первую очередь с бюджетом. В ходе рабочей встречи рассматривались возможности федерального бюджета с точки зрения оказания помощи Рязанской области, а также реализации ряда федеральных программ. Мы сегодня пока только, будем говорить так, приблизительно проговорили о нашем потенциале, и промышленном потенциале, и потенциале аграрном, и посмотрели потенциал развития малого и среднего бизнеса. И Андрей Михайлович, он скромничает, он не хочет сейчас давать таких комментариев, но мы кое о чем договорились, будем сейчас углублять как бы изучение этих тем и смотреть точки роста, по которым я буду просить у него поддержки в том, чтобы ускоряться, будем говорить так. В библиотеке имени Горького к приезду Андрея Макарова была подготовлена выставка наиболее перспективных проектов Рязанской области, которые реализуются в сфере здравоохранения, дорожной инфраструктуры и туристической отрасли региона. С каждым из этих проектов Андрея Макарова ознакомил глава региона. Представляя объекты здравоохранения, губернатор отметил, что одним из самых важных проектов является строительство нового комплекса БСМП на 540 мест, который регион продвигает в течение ряда лет. По словам Андрея Макарова, были откровенно популистские предложения о выделении региону 70 миллионов рублей на реализацию данного проекта, тогда как стоимость объекта составляет более 4,5 миллиардов. Так что в этом году приняли решение выделить средства на завершение строительства нового корпуса больницы имени Семашко. У нас немало денег, у нас много денег. Даже употребил такое, что денег как грязи. Ну, знаете, как каждый ведь по-своему все воспринимает. Но при этом я сказал, что, к сожалению, мы не всегда и неэффективно пользуемся. И очень часто деньги выделяются и используются неэффективно. Вот мне кажется, главный потенциал Рязанской области состоит как раз в том, что здесь средства расходуют эффективно. Во всяком случае, стараются, чтобы ни один рубль не пропал зря. И вот это та постоянная работа, которую мы видим, когда работаем над федеральным бюджетом и, естественно, над бюджетами всех регионов страны. После ознакомления с выставкой состоялась встреча председателя Комитета по бюджету и налогам с активом партии «Единая Россия». В ходе общения речь шла о геополитической ситуации, перспективах экономики, ее отдельных отраслей, межбюджетных отношениях и о других немаловажных для развития региона вопросах.